Приветствую вас, друзья! С вами, как всегда, Евгения Таро из сайта MagExpert.org. И сегодня я предлагаю вам прогноз на один день. Сейчас я возьму колоду карт, перетасую ее при вас и выложу на стол три аркана рубашками вверх. А ваша задача будет выбрать один из них и посмотреть, что вас ждет, что вас ожидает. Ну что, давайте начинать. Итак, для тех, кто интересуется, что это за колода карт, сразу говорю, что это радужная Таро Вейка, сделанная на заказ. Колода неубиваемая. Кому интересно, где заказывала, спрашивайте в комментариях. Так, настроились на работу, я надеюсь. Тогда давайте выбирать каждый свою карту. Выбирайте сердцем, душой, глазами, может быть, умом. У кого что лучше получается, да, у кого как идет резонанс с картами. Если не чувствуете, что вот эта карта ваша, пропустите это гадание, возможно, просто для вас здесь, ну, не предусмотрено вариантов, для вас нет прогноза. Такое тоже бывает. Ну, а для тех, кто почувствовал свою карту, давайте смотреть, какие же события а эта карта вам обещает. Итак, для тех, кто выбрал первую карту, выпала карта «Мир». Ой, сегодня очень мирное такое гармоничное настроение может быть, когда вы в зоне своего собственного комфорта находитесь. Но можете почувствовать уже желание выбраться из своей ракушки, да, и увидеть, может быть, что-то новенькое для себя в окружающем пространстве. Пообщаться, например, с новыми людьми, с кем-то познакомиться. В общем, расширить границы своего внутреннего мирка. И расширить значительно. Может быть, даже есть желание выйти на какой-то новый виток развития, новый уровень развития. Может быть, интеллектуального, может быть, образовательного, может быть, какого-то личного опыта своего и так далее. Ну, здесь варианты трактовок могут быть разные, абсолютно разные, потому что сейчас, я понимаю, меня могут смотреть очень много людей, и для каждого может быть своя личная интерпретация. Но я даю общие трактовки. Итак, карта «Мир» — это еще карта заграничная. Возможно, сегодня вас ожидает поездка за границу, либо вы уже находитесь за границей и вот изучаете этот для вас новый мир новых впечатлений. И, естественно, здесь ждут вас какие-то приключения, в хорошем смысле этого слова. Также мир — это мир вообще, это вот глобальность, это универсум, да, то есть это мироздание. Может быть, вы действительно будете сегодня что-то узнавать о мироздании, как устроен этот мир, как здесь все работает, какие механизмы, да, вот какие сценарии здесь закручиваются, в какие сюжеты и так далее. Это тоже очень увлекательно и интересно, познавать этот мир с помощью астрологии, магии, гаданий, эзотерики. Но здесь можно применять и традиционные научные знания, ту же самую математику, физику, астрономию и так далее. Вот это познание мира. Ну а еще, конечно же, это карта интернета. Интернет, интернет, еще раз интернет. Ну и здесь интернет для вас открывает вообще безмежные возможности, да, безграничные возможности. Это новые знакомства, и новый опыт, и новое общение, и новые впечатления, и новые знания. В общем, не день, а открытие какое-то, да, для вас своеобразное. Ну, а что касается таких трактовок этого аркана, как танцы, то я вам настоятельно рекомендую сегодня обязательно потанцевать, потому что это внесет в вашу жизнь определенные краски. А эта карта действительно с танцами связана, так или иначе. Ну хорошо, давайте двигаться дальше и смотреть следующую позицию расклада. А здесь выпала семерка мечей. Если вы выбрали эту карту, то эта карта вас предупреждает, будьте осторожны. Вас могут сегодня обмануть. Кто-то захочет вас кинуть. Кто-то будет говорить вам неправду. А возможно, вы даже можете столкнуться с воровством, с грабежом. Так что
Будьте внимательны, будьте осторожны. И следите внимательно за своими вещами, потому что здесь вы можете быть просто растеряшкой. Вы можете подумать, что у вас эту вещь кто-то украл, а на самом деле вы ее просто где-то забыли. Просто где-то сами потеряли, прогавили. Семерка мечей — это еще и карта предательства, какой-то измены. Возможно, кто-то из вашего окружения может поступить по отношению к вам некрасиво. И вы можете это очень так вот глубоко переживать, что это вот прям измена какая-то по отношению к вам. Это вот действительно как предательство, как нож в спину. Человек, которому вы доверяли, вот так поступил. Я вас просто могу морально к этому подготовить, чтобы вы не так остро это проживали, чтобы это не было для вас таким вот неприятным сюрпризом. Просто знайте, что сегодня такой день, да, что вас где-то кто-то может обмануть. Но семерка мечей — это еще желание куда-то скрыться, исчезнуть, ни с кем не общаться или уйти по каким-то своим делам, заниматься только тем, что вам интересно, чем вам хочется заниматься, а не делать то, что хотят от вас другие люди. А еще семерка мечей — это когда ваше любопытство зашкаливает, и вам хочется что-то вот прям разузнать, прощупать, может быть, расшпионить. Ну, в общем, здесь могут быть разные варианты, когда вы реально можете чем-то увлечься настолько сильно, что потеряете чувство меры, да, вот потеряете чувство определенных границ, что за некоторые границы лучше не заходить. И ваше любопытство может вас слишком далеко завести. Вот. Кстати говоря, семерка мечей очень часто у меня выпадает на людей, которые любят погадать, потому что, ну, согласитесь, это тоже своеобразная разведка, это тоже своеобразный шпионаж, когда мы гадаем. Это тоже любопытство, удовлетворение наше любопытства. Очень же интересно заглянуть в будущее и узнать, что же там нас ждет, что же нас там ожидает. Вот семерка мечей показывает нам такие тенденции. Так, ну, я, как обычно, говорю, что тот, кто предупрежден, тот вооружен, и вы теперь вот этого обмана или там воровства, или какого-то предательства, или чрезмерного чужого любопытства в ваш адрес можете избежать. Ну, теперь давайте посмотрим третью карту. Вот, если вы выбрали ее, вас ждет победа, вас ждет триумф, вас ждет успех и достижение вашей цели, абсолютная самореализация. Ну, а, конечно, шестерка жезлов — это еще и карта поездок, путешествий, возможно, вы отправитесь куда-то в дорогу или просто будете колесить на автомобиле, может быть, устроите какие-то покатушки, а может быть, поедете на поезде куда-то, отправитесь в дальнюю дорогу, а также это может быть командировка, как вариант. Также можете почивать на лаврах и пользоваться своей славой, успехом и почувствовать себя на коне и воспользоваться поддержкой вашего окружения, поскольку в шестерке жезлов окружение вас действительно поддерживает и поддерживает очень круто. Ну вот такая замечательная вам выпала на сегодня карта. Ну, а, собственно говоря, на этом я, наверное, буду уже закругляться и заканчивать этот прогноз. Я надеюсь, вам все понравилось. Если не понравилось, я не виновата, уж какие карты выпали, так и трактую, мои дорогие друзья. Ничего не переукрашиваю, а говорю как есть. То, как эти карты на самом деле работают. А я в этой профессии уже практически 30 лет, мои дорогие. И опыт у меня, как вы понимаете, практически ого-го какой. И уж кто-кто, а Евгения Таро знает, как работают те или иные арканы. На этом не прощаюсь. Надеюсь, встретимся в следующем видеосюжете. А пока-пока. Чао.